приехал в город, называется, наблюдаю очередной этап отмыва. Вот видите, спиленные деревья в ноль прям. Так хочется сказать: уроды, что вы делаете с городом? Блин, вот вывернутый асфальт очередной. При том, что там, где надо, его нет. Они тут выворачивают, видите, полностью. Землей совсем. Стоит, блин. Четыре урода наблюдает, один с лопатой, блин. Это организация работ. Что? Да прославишься, в ТВ попадешь. Видишь? Такие вот это самое. Рожи, блин, за булдыгника, который можно что угодно в ведомости за пузырь поставить, а деньги списать за работы. Производители работ называется. Ну, а иначе откуда вот лексусы брать? Брать-то неоткуда, только так вот, с бюджета. Ну и все. И вот только что был ливень сумасшедший, тропический. Вот посмотрите на благоустройство, это называется. Вот. Это благоустройство называется. Это при том, что ни хера уже не выйти никому, там все разбито. Выездная дорога разломана уже второй год. Вот опять производители работ. Ну, как бы все понятно, все идет по той же самой схеме, что и везде в стране. Все узнаваемо, в общем. Херач последний асфальт разламывает. Все как бы. Последние бордюры, которые еще лет 20 полежали, они в принципе вполне себе нормальные бордюры. Вон. Ничего он не сломан, вполне он новый. Лет 6, может, лежит. Все это вывернуто, списано, деньги украдены. За булдыги и чурбаны всякие, производители работ, которые там фиктивные. Вот такая вот хрень. Это уже превращается в какую-то воронку, в черную дыру, блин, которая адски засасывает просто в свою орбиту все, что можно. А теперь, ребята, объясняю просто, что тема, значит, 500 евро платить налоги, это уж чтобы вот это блядство все покрывать. С посылок платить 20%, с покупок в интернет-магазинах, потому что, ну, откуда они еще возьмут деньги, вот это все воровство? Только из бюджета. И тут же его воруют. То есть бабло будут брать с вас, дорогие мои баранчики, которых еще не достригли до конца, да, до последних, как говорится. И при этом на ваше место будут завозить китайцев, хер пойми каких там, с гор, с каких-то памирских душманов недобитых, бля, их потомков. То есть все вот это вот в русских городах. Строите мечети, они ж не могут без мечети жить. Вырубать деревья, парки под застройку многоэтажную, чтобы стоили держать, потому что таким количеством полицаев все-таки на большой территории России трудно держать народ стоили, поэтому надо концентрировать, создавать концентрированные поселения, чтобы оно легко перекрывалось, да, воротами, автозаками и так далее. Вот такая вот плата за все вот это свинство, короче. Ладно, все, заканчиваю бухтеть. Не хотел сегодня ничего говорить, потому что голос еще сорван, горло болит, но душа, зараза, просит. Посмотрите, как говорится, на те лица, да? Звезды русского ютуба, бляха. Все, нет слов больше. Комсомольск на Амуре. Город когда-то действительно трудовой славы. Действительно, нынче одна из распилочно-отмывочных территорий. Зона, так сказать, опережающая, под пристальным путинским вниманием.